Всем привет, вы на канале GemMatch, это Shadow of Tomb Raider. Погнали, всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируем. Особенно комментарии, всем спасибо за комментарии. Самое главное для продвижения моего видеоролика. Всем приятного просмотра. Мы можем пройти здесь, поможешь? Давай, помогай. Иона, блин, ну ты конечно жертвец. Ларка, проскакивает. Не забывайте делиться видео с своими друзьями в соцсетях. Спасибо. Лучше. Так, нам куда нужно идти? Он в Техасе, да? И видишь? Это же Кувак-Яку. Кувак-Яку, это город. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. Ну пошли, спустимся. Что нам делать? Такой идти? А мы точно идем по тропе? Ну уже. Наверное. Держись ближе ко мне. Ты баша? Ты маленькая, худанькая, не жиротрез. Ларка, ты чё, сдурила? Здесь не упады. Фу, блин, стрёмно, мне уже стрёмно было. Почти прибыли. Почти прибыли. Значит, блин, Фалкне был, блин. Не ной! Ионыч, не ной. Есть! Порядок? Я цела. Ещё пара шагов. Давай, давай, давай. Хорошо. Фух, потно, было потно. Иончик, давай. Ты в порядке? Да, чё бы сайт сына стала, то вся херня. А у нас есть какое-то оружие, кроме лука, да? Ничего нема, да? Я понял. Макаки на нас не нападут? Кто же всё это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Это что, мы можем прочитать? Начитать мне? Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Опущен. А если поднять его, ага, с помощью противовесов? Может быть. Так, что он там мне кажет? Это грибочки, да? Чародейни. Эту воду наверняка можно пить. Ну, наверное, наверх. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках. Ионыч, ты... Наверху водяной башни должен быть клапан. Ты откинься. Давайте полутаем. Опа, ящичек там. Знал бы я, сколько придется. Сычуанский язык, фигурка лана. И я бы не отл... Что треба делать? Слишком тяжело. Давай, Ионыч, помогай. Ну, что дальше делать? А. Ничего. Ладно, отпускаем медленно. Давай, отпускай. Наверху водяной башни должен быть клапан. Понял, я понял, закрыл рот, Лара. Отпусти. Наверху. Я так и... Ну, ты будешь прыгать, господи? Водяный клапан, да? Наверху водяной башни должен быть клапан. Мы так вместе клоуна повторяем просто раз, мы знаешь, выводить просто. Эй, что ой. Сработало? По-моему, вода как-то двигает мост. Ага, все, отпускай, Ларыч. Ларка, отпускай. Ну все, теперь будет дать огонь. Давай, помогай, Ионыч. Тяжело ж. Ионыч, помогай. Давай, давай, своим плечом. Давай, 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 давай. Штепсель и карапулька, блин. Катапулька, блин. В ведро набирается вода. Хорошо, разберемся, для чего тут противовес. И для чего? А, нам теперь нужно вниз. Ведро дырявое. Иди сюда, попробуем еще раз. Давай. Тут ведро дырявое. О, ладно, раз он просит, может так и надо. Не хотите, чтобы геморрой не выскочил, пацаны. Такую тяжесть искать. Нам травны с резко. Я долго не удержу. Все, Иона, отпускай. Ага, вот что надо было сделать. Перебирайся. Все, наверх, да? Тут водичка сейчас сейчас. Ну все, одна миссия. А треба прыгать теперь, да? А нифига себе, я к ним прыгну. И он еще понимает, что это, конечно, парень, но... Нафиг. Что тут за свинки хрюкали? Наверное, нам сюда. Ребят, всем приятного просмотра. Прожимайте после комментарии. Вас. Ах, хитрейки. Там... Ой-ой-ой, это что-то такое. Это что такое? Сейчас на нас нападут индейцы? Племя какое-то нападает. Кажется, а не. Это какой-то алтарь или... Храм? Без понятия, что это.
Что это за покемон? Давай, ломай, сейчас опять будет конец света, сейчас... Лара, ты как обычно. Сейчас выймешь на тебя... Это хана, короче. Это... Не вынимай тика, Лара, пожалуйста, потому что нам хана. Кажется, какая-то смесь трав. Чекайте, зараз нам выймет это жовто. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Мне кажется, там мы одного убили ягуара в прошлой части. Кто не дивился, чекайте. Так, длинный глаз. Нажмите F4, используйте там до биозарения. Блядь, Ларри учитывает животных. Окей. А давайте нажмем на туре, посмотрим, что будет. Ага. Мы приближаемся к деревне. Давай, возьмем. Я не знаю, чего нам надо, чи надо, ну давайте возьмем. Нам вниз, да? Опа, все-таки струпик. Шкура, да, надо? По-любому надо шкура. Не похоже на руины в Мексике. Там крабик можно взять. Или жабка. Чтобы крыть. Нет, я к тому, что... Ага, подождите. В Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Там и кошель, травка. Ну ладно, давай. Все обрывается, будто он потерял интерес или... Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Ладно, нам куда? Нам сюда? Подождите. А, не, нам сюда. Проход. О, тут ящики. Многообещающе. А что ящик у там? Напомни, как... Детали пистолета, а это чьи назван? Там трав лагерь здесь. Будет. На гору с серебряной верхушкой. Так, шкура животных нам по-любому... Фу, вы нам же... Нам по-любому... И тут еще что-то было. Нам сюда, да? Фонарики? Кажется, тут можно выбраться. Можно, можно, если осторожно. А на что на нас не напал обратно? Як його, ягуар. Помоги мені з цим. Іониш, помагай, чо ти? Не мужик чи що? Помагай. Три. Два. Два. Один. А один. А він держиться? Та як він його держи, як він держи не з тої сторони. Йо, мені кусає. Стріляй, дура. Лови! Теперь ниже все схавает! На! На, в бошку, давай! Все. Так, где он? Где он? Давай, давай, Ларка! Это еще раз, да? Сейчас меня забьет ног. Дайвин. Боже. Я забыл, как лутаться. Лара. Да, котик. Да, котик. Чё? Дайвин. А, оно им бежит. А, сердце, ну видно, бачите? О! Все, я его убил, фух. И минус ягуар номер два. Еле-еле. Та шо, сейчас идем. Подожди. Давайте ее, ладно. Поможем Йоне? Ты цела? Конечно. Помоги-ка мне. Блин, думал, что с ней раздаря. У тебя спина в крови. Ну да, не раздарь. Что она робить? Она мне показывает, да, типа, что на животных разрезаем. Что на животных разрезаем. Давай, лагерь построим. Что, она шкуру возьмет зараз? Она будет в будущем для чего-то пригодиться. Чому мовчиш, Іона? Що вони роблять? Смуку шиють якусь чи що? Типа. Дай я посмотрю. А, спина не ще роздерта, вона не дає.
Чего себе? Птичка, да, она взяла птичку? Так себе. Посреди лиса. В Перу. Джунглей, точнее. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Да ладно. Я нам? Может, мне? Ты так зла обижаешь. Я всегда защищал его. От отца. От самого себя. Ничего с ним осталось. Но он погиб. Блин. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте. В нужное время. Он так не бывает, Иона. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Иона. Действительно. 100% всех не спасти. Спасибо. Так, что-нибудь есть сейчас? Ну, наш ягуара же убили. Як я так собі ракетниця не убила его? Знаю. Оглушила, наверное, только. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Это, наверное, долго сцена будет. И что она говорила что-то мне? Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи. Особенно ее. Зачем он это делал? Хороший вопрос. Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Что ты делится один с одним историями такими? Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Блин, и все руки черные просто. В болоте. Доминге сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделал? Что бы ты сделал? Хороший тоже вопрос. Еще третий вопрос. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Может, даже и сделал бы так, что он не умер. Потерять все остальное? Нет уж. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Ой, да. Что на шее непонятно? Я так и не могу понять, что на шее. Вони ж шкуру зірвали з нього, з ягуара. А що на шее? Нічого не понятно. Що це за... А, ночка. Кончилась. Та карта якась. Чтобы найти сокровище, ага, це вона вспоминає. Должна обмануть короля. Найти запретную гробницу. Это маленькая Лара. И раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Да-да. Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Так, мы можем ходить за девочку, да? Водить ее в крепость. Высокие стены замка влекут и дразнят героиню. Окей. На детство, да? Тут кролики. Обычно ничего не мают такого, что падут от птички всякие. У нас еще ничего не маешь, чтобы исчекнуть. Окей, бежим. Кролики не всегда были. Ага, и треба залезть? Ого, вона прыгает, нифига себе, ниндзя. Что рассказываешь? Нам наверх, да, сюда? Фига себе, вона прыгает. Кто? Лавара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате, делает уроки. Ага, в комнате, да-да-да, именно. Чтобы не спалило. Вообще не мое время, я бы сказал. Ну, побегай дальше. Залезь в крепость. Нам сюда, по идее. Гвардейцы не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Да. Ты права.
Як ніколи, Лар. А наверх, наверное, да? Да. Блин, як вона не боїться. Хоть гра. Нам сюда. Башня замка выше, чем ей казалось. А может это в окошко надо, чи не? Ой, я еще у нас ломится. Ой! Ты... Трошка на ассасин похоже. Всматривает другой вход. Ой-ой-ой, оно что-то ломается. Чекаем. А не. Да. Наша героиня замечает другой вход. Який, я не замечаю, а ты уже замечаешь? А ворона не утекает? Мы даже ворону не настоящую сделали, подивіться. Блин, как ей не стрёмно. Маленький Ларри. Посмотрите, просто такая высота. Юная Лара балансирует на головокружительно опасной высоте. Смертельной высоте. Да ей пофиг. Она у нас стоит на цюрин. Она сейчас отбывалась. Ой-ой-ой, молодец. Нам выше, да? Или нет? Да, выше. Давай, Лара, выше вылазь. Почти прибыли. Почти. Было опасно, но... Ну все, нам сюда ж пойди, да? Давай. Сил уже нема. Она устремляется навстречу цели. Вперед, в запретной гробнице. Ага. Она пролезет туда. А что она лезет? Думаю, она пролезет. Ей придется протискиваться. Наши комментарии свои. И куда нам дальше сделать? Прямо? Что игра так пока нам показывает? Что у нас тут? Ничего нема, да? Цель уже близко. До нее рукой подать. Ну, как сказать? Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Вот, кажется, придумай себе. Бесстрашная героиня взобралась на вершину. Смотрите на эти краевиды. Замка этого. Ой, мне кажется, зараз бесстрашная авантюристка найдет тебе путь в запретную гробницу. Ой-ой, здесь не упади. Сейчас голова закрутится и упадешь. Лар, что ты делаешь? Нам треба на ту сторону пройти, я понял. И по лестнице спуститься. И вот, наконец, она замечает проход внизу. Давай, иди. Осторожность. Понятно, впадешь и все, и умрешь. У меня за дурья башка. Ты про шо? Ух ты, блин. Ура, моё. Давай, держись. Да. Это печально. Миссия провалена или нет? Смеяться на своей дерзости. Цель близка. Так, все такое можно выжить. Ой, еще бегать. Ходить. И не бояться ничего. Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого. Она, это что она рассказала, что она и скрывала. Он дельтаплан, как он называется. Тут зараз какие-то будут квесты, все, я так понял. Да, куда она зараз ступает, куда она будет наступать. Внесла королеву, великая мышь на 30 северный, 90 восточный. Излила свое сердце она в заперти. Светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Наверное. Так, найдите белую королеву. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. Так, я сейчас не понимаю, что треба робить. Трошки. 30 северный. Пока у тебя найти циферки на зимах. Любовь отопрешь ее точно. Я перепутал трошки бум. Сработало. Ага. Сработало, отлично. Все, можем ходить, да? Мы можем, кстати, дивиться, что оно такое? Это да. Старая игра. Два щита и белая корона. Может, это белая королева? Может, а это что? Чаша святого Иоанна. Апостолу предложили испить отравленного вина. Я понял, давай еще. Голова царя Давида. О. Из пастухов короли. Книжка. Бывает же. Книжка. Цитата из Чосера. Понятно. Что лучше мудрости? Тут ничего не может. Женщина. Аж барды середины 14 века. Думаю, германские.
Бедняжка, наверное, почти ничего не видит в этом шанфроне. Бедняжка, наверное, почти ничего не видит в этом шанфроне. Надо найти белую королеву. Ты что у нас за цитаты? Бедная королева. Когда Мария Терезия умерла в муках, король-король солнца, Людовик XIV. Понятно, все. Надо найти белую королеву. Так, а что нам треба для этого шкафочка? Я так и не понял. Это старая игра. Два щита и белая корона. Может, это белая корона? Да, подивимся, что тут у нас еще есть. Может, кровь проникла в запрет Ятири. Южноафриканский лекарь. А это кто? Маленький тираннозавр. Тут что у нас за письмо? Наверное, он тоже потерял свою маму. Ага, понятно. Надо найти белую королеву. Нам треба сделать... Давайте почитаем, что тут есть у нас. Тут уже ничего не можно, да? А, нет. Да не встань. Маски все равно смотрят прямо на тебя. А тут? Черепа животных. Знак смерти. И символ ботинок. Блин, тут бата... Бата чего? Маска... Тогда давайте полезем туда, наверх. Давай, Лар, лезь. Маленькая Лара. У нас здесь же есть... Тут нам даются очки вроде бы за... За лутание, не? Узнаю стиль Майи. Интересно. Это кукулькан? Интересно. Асуарь. В этом сосуде находятся человек, такие доспехи носили конкистадоры. Конкистадоры. Эпоху великих географических Понятно. Открытий. Интересно, фигурка Арика. Та, что у нас? 25-я династия. Да как ты все знаешь? Удивительно украшен этот саркофаг. Во. Нам это, наверное, нужно, да? Это не точно. Я не знаю, что это работает, в принципе, но... Великая мышь расправляет крылья. Ничего себе, конечно, внутри великая мышь. Ага. Правильно мы расставили? Неправильно, походу. Неправильно, вернемся, значит. Ага, ну мы можем це взять. Насколько я понял, на свет треба. Ладно, ту сторону, да? Нажимай, сюда треба поставить щиты и вылезет эта королева. Назад. Блин, тяжело ей, да? А, давайте будем перебегать, потому что так тупо кляцать. Давай, давай, давай. Не крехчи. Треба было сначала на ту статую было, а потом все двигать. Опа, все, чина. Щит рыцаря отразил солнечный луч. Теперь нам треба все ненужные поубирать. И сюда ставим еще один щит и выйдет наша белая королева. Давай, значит. Да, все, четко. Я сначала это расставляю. Трошки неправильно. Так, бесстрашная авантюристка. Я должна ей помочь. Давай, поможем. А как? Нам наверх типа залазить или что? Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. Да? Какого глобуса? Ну, перелазишь, да? Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. Ага, окей. Помощью глобуса. Ну что нам, как нам треба вставлять, я не совсем понимаю. А, все. Можно освободить. Изи, да? Я думал, сложнейше будет. Ну что? Светом. Любовь отобрешь ее. Ага, не, подожди. Сорян. Нам треба ее на центр поставить. Там, где, бачите, на хрестик такой стоит. Все, хватит. Хватит, Лара, маленькая Лара, бери. Белый королеву. Да, квестик такой нифиговый, я вам скажу. Ну давай, 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 тащи, тащи. Ще чуть-чуть. Все, чина. Так, мы открыли якусь комнату. Какую-то комнату мы открыли. Давайте дальше. Что у нас тут? С колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Ну, скажем это так. Это мамины вещи. Та, що й говорила Лара, які нас спрятали. Дійсно, і просто так не знайдеш. Книжка, записник, наверное, якийсь. Зараз воно чекне, побачимо. Темний путь стражат. White Queen. Tale of the One Queen. Це вспоминання. Які читали казки. Одарила його загадочною улыбкою, сказав. Миші? Я не боюсь мишей. Я вообще ничего не боюсь. Прикольно.
Так, что ты нас тут малевала, да, рисование? Сейчас. Что у нас здесь? БД воспоминания. Ты, я и тиранозавр. А где папа? Это сильно. На работе. Что у нас тут 6? Опа, опа, какая скринька, шкатулочка. Давай открыем ее, Лара. Жаль, что это катсцена, что не можно все глянуть. Это типа сейф якийсь, да? Кулончик. Браслетик. Я не могу взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Угу. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Теперь она робит это самое. Неужели ты теперь Лара робит это самое. Мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал. Эй! Эй! Пап! Ой, его убили, да, типа? Покажут нам, не, что случилось, что за стук был? Чи выстрел? Не думаю, выстрел. Пап! Ну же! Да, убили его. Ага, глаз задёрнул. Прошу, пап! Очнись! Не, Лара, уже все. А, не сам застрелился, лол. Не бросай меня! Уже поздно. Такая миссия, ребят. Не забывайте прожимать лайки, комментарии. Всем приятного просмотра. Фух. Ага, это воспоминание все было. Привет. Привет, Иона. Наснилось тебе, конечно, да. Прикольно, когда сон, воспоминания, и ты все проигрываешь. Итак, гора с серебряной верхушкой. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Прожимайте лайки и комментарии. Что нам сегодня готовят джунгли? Всем пока, до скорой встречи. Ага, тут улучшение для Лары. Она пошила с Ягуара себе новые штаны. Отлично вращать, Лара. Давайте подивимся, как оно будет. А, да, good.